Саппорты – основа команды. Именно они могут привести команду к победе, при этом не убивая почти никого. У них много обязанностей, и одна из них – это установка и разбивание вардов. Варды не только дают видимость зоны, но и позволяют заблочить спаун крипов. Так что стоит знать и помнить, как правильно ставить варды, дабы заблочить вражеский спаун, и как правильно ставить сентри варды, дабы раздевардить свой спаун. Чтобы правильно заблочить вражеский отвод, стоит помнить, что варды ставятся не только посреди спауна, но и устанавливаются в лесу, дабы противник не смог так просто раздевардить свой спаун. Именно это мы и демонстрируем на видео. Вы можете увидеть точки, в которых самовыгодно поставить вард, дабы заблочить вражеский спаун, либо дабы раздевардить свой. Также существует еще один метод, дабы раздевардить свой спаун. И этот метод возможен благодаря Зевсу и его третьему скиллу, пассивной способности, которая обнаруживает невидимых юнитов. Все это можно сделать, прокастовав молнию на нейтральных крипов, увидев вард и разбив его. Но не стоит забывать о контроле рун, ведь подобрав выгодную руну, вражеский мидовый герой может легко забирать ваших союзников. Именно поэтому выгодно ставить варды на руну, выбирая нестандартные для этого позиции. Эти позиции обеспечат вам вижен, блок спауна нейтральных крипов, а также их будет очень сложно заметить при девардинге. Еще одной обязанностью саппорта являются отводы, но можно выполнять их по-разному, делая при этом стаки, либо делая двойные или же тройные отводы. Для этого, вырубав дерево, мы агрим на себя верхний спаун нейтральных крипов, они начинают атаковать наших крипов, и те соответственно переходят на позицию выше. Ну и напоследок мы можем подвести левый спаун нейтральных крипов. За сторону тьмы мы можем делать отвод больших нейтральных крипов. Для этого следует встать у этого дерева и позволить нейтральным крипам атаковать вас, что заагрит ваших крипов, идти за ними и здесь фармить. Сделав отвод, саппорт легко может фармить, при этом не забирая фарм у керри. Также стоит не забывать, что гангать могут не только мидеры, но также и саппорты, юзнув при этом смоук и пройдя мимо вражеского варда, который может там стоять. Он не заметит вас в смоуке. Соответственно, после этого пойти на какой-нибудь лайн и гангать вражеских героев. На этом все. С вами был я, Кордил, из канала Evita Games. Специально для Dota 2 School. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Пока.